На этой неделе дважды в кабинете министров собирали журналистов для встречи с большими руководителями. Нынешним премьером Азаровым и, скорее всего, будущим премьером Арбузовым обошлось без скандала, хотя предпосылки к этому были. Например, во второй ряд в группу журналистов проникла молодая, привлекательная девушка в красном платье. В откровенном красном платье. Это могло сорвать выступление Николая Азарова, но он устоял. Коллега Богдан Кутепов из «Телекритики» обратил на это внимание и заметил еще много интересного на пресс-конференции в кабинете министров. Момент. Зачем? Не надо, зачем? Давайте еще пойдем, да вы пойдите снимите, как уборщица моет унитаз. Так это рабочий момент. Нет, зачем? Подумает, что его снимают. Ну да. Ну как это его снимают? Нет, так зачем? Логично, что если здесь будет сидеть Арбузов, у него будет другая табличка. Не делайте уже из журналистов богов, пожалуйста. Делайте свою работу, он делает свою. Я делаю свою работу. Ребята, спецоперация по смене таблички.